отравляетесь, а я вот бросил. Сердце не позволяет. А, ерунда, все это. Иван. Эй, Иван! О, Федор! Подтолкни-ка. Опять застрял. Ну, давай помогу. Ну, давай, давай. Давай. Ну, давай. Между прочим, есть проект постановления запретить проезд по городу в машинах, который не отвечает возросшим эстетическим требованиям. Слыхал, слыхал. В обмен будут давать чайки. Садись, прокачу. Нет, медицина не велит. Гуляю. Ну, гуляй, гуляй. А ты куда? Есть еще один клиент. Все страхуешь? И много желающих? Жизнь или имущество? Больше жизнь. Без дела не сижу. Ну, бывай, Федор. Слушай, Иван, а дождик, между прочим, прошел грибной, соображаешь? А завтрашний день, между прочим, воскресенье. Гениальная идея. Вымоемся. Вот мы какие хорошие дети. Вот они наши дети. Посмотрите. Полюбуйся на внука. Булки моя прелесть, булки моя прелесть, легким паром, всем Мне удобно поговорить с ним 3 часа, если не встречаю, потому что я не видел его с войны, потому что мы вместе бежали. О, а теперь ты убежишь от него вместе со мной. Федора сегодня встретил. Завтра в лес поедем. И Бог говорит, масса. Если ты против. Заснул. А ты почему не ложишься? Разве я когда-нибудь отрицала? Конечно, я виноват перед Федей. Еще как виноват. Но он брат родной. Брат. Так помнить, так казнить. Ведь это когда было? Больше 15 лет. Ни разу не зашел. Как будто я умерла для него. Ну ладно, не будем говорить об этом. Она что, опять на междугородне бегала, а? Что, дома телефон нет, что ли? Что ты не понимаешь? Стесняется с ним говорить отсюда. Да, стесняется. Вот бросить институт, она не постеснялась. Послать телеграмму родителям, словно в насмешку. Вышла замуж, поздравьте. Тоже не постеснялась. Ну и что ж тебе объяснила твоя божья старушка? Чудная бабка-то. Я, говорит, батюшка, для последней минуты живу. Когда душа с телом начнет расставаться, для той минуты и живу. Спрашиваю, что же Господь Бог так велел? Смеется. Бог-то что? Есть он или нет, еще вопрос. Я в Дом культуры на лекции хожу. Стыд, вот что. Эта минута придет, а у тебя стыд на душе. Так умрешь со стыдом.
Вот, говорит, казнь-то хуже египетской. Ну и что же ты ей сказал? Как положено. Ваша внучка получит все от государства, что причитается по страховому полису. Ну, а простыд-то говорил ей что-нибудь? По правде сказать, упустил этот вопрос. Опять барахлит. Не тянет. Надо посмотреть, в чем дело. Ну, давай. Здравствуйте. А, я вас увидел. Здравствуйте, Василий Васильевич. За город собрались. Погода хорошая. Вы что-то мне хотите сказать? В общем, да. Но, конечно, я здесь на улице не представляю собой члена коллегии защитников. Я думаю, что этого можно было и не оговаривать. Но все-таки это касается моего подзащитного. Какого? Казанков Юрий. Казанков? А что с ним случилось? Вы же подали на кассацию? В общем, финал, которого никто не мог предвидеть, представляете, его этапируют в тюрьму. Ну-ну. Я ведь имел с ним беседу и объяснил так? ему, что мы будем подавать в кассационную инстанцию. Ведь вы согласитесь, Иван Афанасьевич, что там кое-что, как бы сказать, не до конца расследовано. Ну да, но что же все-таки с ним случилось? Этот Казанков... В общем, мальчишка выпрыгнул на полном ходу из вагона и об столб головой. Представляете? Что, насмерть? Что, он пытался бежать, что ли? Наверное. А как там бежать? Глупость. Возможно, с отчаяния. Мой автобус, я еду. Всего хорошего. Да-да. Подсудимый Казанков. Вы подтверждаете или нет, что вечером 7 июля в Первомайском парке убили человека? Было это или нет? Было. Поехали, Иван. Ну, ладно, я за рулем. О, пойдет мне от Дарьи. О. У тебя жена, а у меня автоинспекция. Так, я Дарья. Извини, что вмешиваюсь. Она, конечно, перед тобой виновата. Ну и ты тоже. Не совсем. Молчал столько лет, могу и теперь не говорить. Нет, почему же, а? Мы с тобой не девочки. Черт стеснялся. Вот ты, понимаешь, Федор, берешь факт как таковой. После фронта, плена, после всего, что с тобой потом было, приехал ты в родной город, решил денечек дома побыть. Но в нарушении паспортного режима. Да. И вот, значит, самый близкий для тебя человек, родная сестра, прогоняет тебя с порога. Нет, она не прогнала. Она только спросила, как у меня, имею ли разрешение проживать. Я говорю, нету, Дашенька. Она молчит, я за чемоданчик. Боюсь, говорит, за Ваню. Пойми, говорит, у нас ребенок. Понятное дело. Прощай, говорю, Даша, и на вокзал. На, давай допивай. Для нее ведь это все тоже горе. Догадываюсь. Только не могу принять во внимание. Это, кажется, у Льва Толстого был пример. Помещик колотит крепостного мальчишку. Так надо и помещика пожалеть. Его душу. Она ведь при этом гибнет. Трагедия. Да не об том ты говоришь, Федор. Вот когда мы судим,
мы берем не только один факт, понимаешь, нельзя изолировать поступок от обстановки, так сказать, от атмосферы, от психологии данного времени. Поехали, Иван, поехали. Простите ее, да я уже забыл. А видеть ее не хочется, просто не хочется. Ну, будем считать, что разговора не было. Ну, вот так и считай. Это Казанков-то. Такую штуку учудил. Какой еще Казанков? Ну, убийство в Первомайском парке. Ой, газ забыла отключить. Смотрю. Что же он натворил, этот, как его, Казачков? Как ты себя чувствуешь? Ну, я же вам сказал, все уже, что вы еще от меня хотите? Как твой мистер Твистер спал? Плавал, небось? Налей-ка еще чашечек кофейку. Немного ли ты себе позволяешь? А, ни черта со мной не будет. Давай, наливай. Тю-тю. Ты думала насчет заочного? Послал бы документы. Молчит. Вся в мать. Я хочу на работу поступить. Миша сказал, что деньги будет высылать, но все равно. Какой это Миша? А, его Мишей зовут, моего зятя. А денег от него, ты слышишь? Никаких от него денег. И врачи говорят, и сам ты знаешь, тебе волноваться не следует. Ну ладно, мне налево, тебе направо. В ноябре 1966 года Тарасов и Кочетов по бестоварной квитанции номер 721 приписали заготовителю Дралкину 670 килограмм стандартных яблок по цене 25 копеек за 1 килограмм и 585 нестандартных яблок по 5 копеек за 1 килограмм, а деньги в сумме 196 рублей 75 копеек, полученные в подотчет Дралкиным, поделили между собой. В октябре 1966 года Тарасов и Кочетов через заготовителя Селицкого реализовали путем приписки. Читайте, пожалуйста, дальше. Реализовали путем приписки 1200 килограмм стандартных яблок. Вы по цене себя чувствуете? 5 копеек за килограмм. И 600 килограмм стандартных яблок по цене 5 копеек за килограмм. А деньги в сумме 183 рубля 50 копеек, изъятые из подотчета Савицкого, поделили между участниками хищения. 30-31 октября 1966 года Тарасов и Кочетов по бестоварным квитанциям приписали заготовителям Шедловскому и Хадееву 1985 килограмм нестандартных яблок по цене 5 копеек за килограмм, а полученные от них деньги 249 рублей 25 копеек присвоили. Объявите перерыв, пожалуйста. Объявляется перерыв.
Что, доктор? Плохо, да? Могу изогнуться. Ну, вы волновались последние дни. Ну, были у вас какие-нибудь неприятности? Да нет. Так вроде ничего. Ну, так как же вы провели тот вечер? Обыкновенно. Мамуль, давай, скорее, скорее. Когда лоб открытый, то красивей. Да не понимаешь ты. Мам, дашь рубль? Я завтра в стройконтору пойду оформлю, с первой получки отдам. Собрался гулять? Иди. Воспитываешь, не поздно. Не дашь. Последнее слово. Ну, ладно. Лови! Юбилейный! Мать, ты молоток! Юрка, забьем? Не, я в кино! Прости! Наверное, такой уж я чудак. Я гоняюсь, гоняюсь за туманом, и со мною мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от заботы, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Но ты пойми, что это остро, очень остро. Юрка ничего дает, а? Да, по телеку перенял. Граждане, приготовьте билеты, пожалуйста. Да, хорошо. У вас? А ваши? Приготовь кораблик. Кораблик. Ваши билетики. А в вагоне не разрешается играть в карты. Вам говорят граждане. В вагоне не разрешается играть в карты. Возьмите билет. Тетенька, мы же мирные люди. Еду за мечтами и за запахом тайги. А я еду, билетик, а я еду за туман. Ну, а вы, молодой чего? Человек. А, билетик. Сейчас, я посмотрю. Куда же он делся? Ну что ж, ничего не сделаешь, придется пройтись со мной. Куда? Идемте. Давно, видно, в милиции не были. Да не пойду никуда, чего ко мне пристали? Ну ничего не сделаешь. Да отстаньте от меня. Там разберемся. Где там разберемся? Чего разберемся? Разберемся. Чего разберемся? Сенька, держи гитару. Чао! По вашей вине мальчик мог и убиться. Такой не убьется. А это как повезет. Тебе понравилось, Тофенька? Очень. Я бы умерла за такую любовь. По-моему, умирать так за идею. Вот Сережка Тюлейн из «Молодой гвардии», помнишь? Вот этот класс.
А по-твоему, любовь это ничего, да? Была бы у нас жилплощадь, и любовь была. А почему ты ушел с работы? Ты что? А ну тебя! Тусенька. Скажите, Казанков, какие отношения у вас были с этой девушкой, Тосей? Какие отношения? Обыкновенные. А она дала показания, что в тот вечер как будто обидела вас. Вы поссорились? На какой почве? Ничего не обидела. Нормально все было. Здорово ты рванул из электрички, а? Как Леонов в космос. Ну что, тебе получилось? Да, ну и как, ничего? Да нет, только колено немножко. Видал? Ну, пей, Юр. Да, давай, давай. Хорошо. Молодец. Твоя хороша. А. Устали? Нет. Неплохо получается. Интеллигенция. Показывай. Это вы бросили? Пойдем, поговорим. Юрочка, ждем тебя. Да отстаньте от меня! Подождите, ребята, ну... Сенька, на, подержи, я сейчас. Не заводить. Ну что ж, пойдем. Пропустите, пожалуйста. Пойдем, пойдем, поговорим. Ребят, подождите, подождите. Юрочка, да отстань ты! Юра, это из-за меня, да? Ты что, ты уйди! Юрочка, ну послушай меня, ну послушай, только что я тебе скажу. Послушайте, как вам не стыдно? Уходите! А ну, брысь отсюда! Это уже хамство. Извините, у меня первый разряд по самбо. Юрочка, Юрочка, ты мой. Ну, вставай, пойдем домой, пойдем, пойдем, Юрочка. Ну, гад, ты прием взял! Пойдем, пусти. Юрочка, пойдем, пойдем. Пусти, Тоська, должен с ним посчитаться! Юрочка, нет. Да пусти, ну, тебя говорю! Тоська! Потому что он нужен мне, да? Думаешь, он нужен мне? Юрочка! Тоська! Не пущу, пусти меня! Не пущу, Юрочка! Зачем мне пристал? Пущу! Или я никто для тебя, да? Я никто! Я никто для тебя! А что ты о себе думаешь-то? Тоже мне королева! Видала я таких шантеклер! Я это верно записал с ваших слов? Потом Казанков побежал догонять того молодого человека, а что было между ними дальше, я не знаю. Не знаю. Ничего больше не видала. Озерский Виктор Сергеевич из Минска, аспирант. Говорят, погостить приехал. Тут у него родичи. Батька у нас в депо, слесарь. Сказали, старик стал белый. Черт знает, что творится. Где эта книжечка? Красненькая, ну, с этими телефонами.
Она синенькая. Не спорьте, идите. Говорит Зеленцов Андрей Николаевич. Соедините меня с Георгием Александровичем. Да, неотложные. Ожидаю, ожидаю. Сам Зеленцов? А как его по отчеству? Андрей Николаевич. Приветствую вас, Андрей Николаевич. Чему обязан? Понимаю. Понимаю. Ах, какая подлость. Нет, нет, Андрей Николаевич, это не частный вопрос. Нет. Вполне разделяю. Нет, нет, хорошо, что позвонили. Мы сейчас примем все меры. Всего вам наилучшего. Прокуратуру, управление охраны соединяйте. Казанков, значит, вы признаете, что на танцплощадке у вас было столкновение с аспирантом Озерским? А кто же его знал, что он аспирант? А если б знали, не убили бы. Значит так, побежали договор. Расскажите подробнее, как все было дальше. Ну, а дальше я хорошо не помню. Догнали вы его. А потом что, ударили? Ну, ударил. Не помню всего. Я... В запале был. Полеживайте. Во-вторых, покой душевный. Скажите, у вас есть какие-нибудь слоны? Слоны? В каком смысле? У каждого человека должны быть какие-нибудь слоны. Вот я, например, для того, чтобы уснуть, считаю один слон, два слона, три слона. И ни разу до ста не досчитывал. Успокаивает. Такие слоны у меня есть. Смешно сказать. Футбол. Воображаю себе игру. Слежу за полем. Наблюдаю за мячом. Отлично. Вот и прописываем вам футбол. Вы играли? Играл. А где? В мечтах. Продолжайте в таком же духе. Спасибо, доктор. Давайте. Ну, что вам сказать? Это от нас с вами не зависит. Хорошо бы он меньше задумывался. Всего доброго. Ты что, не спишь? Тебе свет не мешает? Нет. Что, ждет письма? Да не думай ты об этом. Ванечек, может, не отложку? Ложись ты спать. А почему ты стонешь? Я не знаю почему, мало ли почему. Ложись, ложись. Не знаю. Как-то дико люди устраивают свою жизнь. С детства. Все время сами себя хотят схватить за руку. Хочешь крикнуть, говоришь вполголоса. Надо бы сказать дураку, дурак, неудобно. Хочешь заплакать, опять как-то себя сдерживаешь. Все время тормоза, идиотские тормоза. Ты крикни, Ваня, если хочется.
Теперь давай посчитаем. Был рубль. Так? За два билета истрачено было 60 копеек. Сколько осталось? А? Ты давай не смейся. Был рубль, осталось 40 копеек. Где взял деньги на водку? Ну, хорошо. Ну, скажи, может быть, кто-нибудь тебя угостил, а? Ну, угостил. Кто? Слушай, Юра, давай закругляться. Самое главное, ты уже следствию сказал. Дело ясное. Да, между прочим, свидетели говорят, что видели тебя с какими-то ребятами, которые тебя подначивали. Скажи, кто они, я запишу. Никого не было. С кем же ты тогда пил? Ну чего вы ко мне пристали? Я же вам сказал уже, была драка. Убил я этого аспиранта, что вам еще надо? Я убил, ладно, ну! Ладно, 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 ты не шуми. Между прочим, я этих ребят уже допросил, и они все сказали. Пили на танцплощадке и тебя угостили. Так что, Казанков, тянуть следствие нам никто не позволит. Да, здорово вам повезло. А не слишком ли? Иногда это начинает настораживать. Нет, я не говорю о конкретном случае. Понимаешь, начинает настораживать своей такой большой легкостью. Когда все само в руки идет. Прокуратура? Да. А, узнаю, узнаю ваш голос, товарищ редакция. А как же, читал. Вот. Лежит передо мной. Но это все мы учитываем в своей работе. Можете передать общественности, что следствие закончено, и дело передаем в суд. Будьте здоровы. Ясно? Даша! Что ты? Дай говорить, дочь. Уходит, сволочь. Боль уходит. Интересно, где она прячется? Ладно, давай уж свой чай. О, спасибо. Я тебе рассказывал про Казанкова. Поменьше бы ты разговаривала, газет я тебе сама принесла. А ладно, не сердись. Вот жизнь. Того нельзя, этого нельзя. Ну, что ты мне хотел сказать-то? Это Казанков. Совершенно неожиданно. Ему дали срок, а он ни с того ни с сего вдруг на полном ходу выбросился из вагона. Бежать, что ли, хотел или так? Насмерть. Ой, ужас какой. Кажется, совсем молодой парень. Да, молодой. И тот тоже молодой был. Ой, да ешь ты спокойно, пожалуйста. Осталось в парке. А вы? Там же все написано.
Значит, вы побежали догонять Озерского? Побежал, хотел посчитаться. Так, бежали, значит. Он впереди, а вы за ним. Ну так. Ну что же дальше? Рассказывайте. Суд ждет, Казанков. Говорите, что было дальше? Не было у меня мысли убить. А какая была мысль? Ну, ударить хотел. Однако ножом? Я думал, так порежу. Тихо, товарищи, тихо. Тихо, тихо. Значит, вы отлично помните, что когда наносили Озерскому удар ножом, то не хотели его убить. Почему же это вы помните, а когда суд вас спрашивает, как все это было, вы говорите, я не помню. Почему? Озерский стоял во время удара? Стоял или двигался? А мы думали, ты спишь. Слонов считаем. Ну как, погуляли? Погуляли, да? Погуляли, погуляли. Погуляли или погуляли? Ам! Что-то ты веселая. Ну-ка, садись, рассказывай. А чего рассказывать? Все сияешь. Угу. Письмо, небось, получила? Да. Хорошее? Хорошее. А, ну выкладывай. Мне прописаны положительные эмоции. Ну, как он там? Едет сюда или ты туда едешь? Ну, пап, как ты не понимаешь? Ему нужно теперь работать и работать. Угу. А где его это самое? Бухта-то? Ой, не спрашивай. Крайний северо-восток. Как раз то, что Мише нужно. Я плохо в этом разбираюсь. Сливается, кажется, в воду двух океанов. И нужно наблюдать, наблюдать годами. Угу. Раньше он не знал, что ему нужно это наблюдать и перемешивать. Когда раньше? А что ты? Не понимаешь, что ли? Любите вы, старики, судить о нас со всей строгостью, а к себе нет. К себе вы с учетом смягчающих обстоятельств. Чего это ты говоришь? Это я должен в чем-то перед тобой оправдываться, что ли? Ну ты что, пап? Ладно. Иди, он, наверное, есть хочет. Ну что ты сидишь? А Озерский что, стоял или двигался? Он был лицом или спиной? Какого вы роста, Казанков? Что? Я спрашиваю, какого вы роста? Ну, 168, как будто. 168. А Озерский вы не помните? Он был одного роста с вами или ниже? Нет, выше был. Намного? Выше, ну так, на пол головы. На пол головы. Да, так чем же вы объясняете, что в акте судебно-медицинской экспертизы, которые здесь зачитывали, сказано, удар, приведший к смерти, был нанесен сверху вниз. Коли верно, что вы ростом ниже Озерского, как это могло быть? Вы слышали? Там говорится, удар в шею, от которого оказалась перерезанная сонная артерия, был нанесен сверху вниз. Каким образом, если Озерский был выше вас на пол головы? Объясните. Не знаю. Я не знаю. Не знаете. Вам понятен вопрос? Ну то говорите, Казанков, говорите, говорите. Не знаю, я ничего не знаю. У вас есть вопрос? Да, к подсудимому. Пожалуйста. Скажите, подсудимый, может быть, так это было? Вы догнали Озерского, он, услышав шаги, поворачивается к вам лицом, у вас в руке нож. Чтобы уйти от удара, он делает движение в сторону, при этом наклоняется. Товарищ прокурор, прошу вас задавать вопросы, а не подсказывать подсудимому ответы. Вот я и спрашиваю. Не в этот ли момент вы нанесли удар? Когда Озерский пригнулся сбоку и сверху вниз. Не знаю. Ничего не знаю. А кто же знает? Кто же, кроме вас, может знать?
Мы же были вдвоем с Озерским, а он мертв. Или кто-нибудь еще был другой? Один я был. Один. В таком случае рассказывайте. Когда догнал его, он нагнулся, хотел меня на прием взять. Но я его тогда и ударил. А может быть, совсем все по-другому было? У меня вопрос подсудимому. Пожалуйста. Скажите, Казанков, вот вы на второй день после совершенного преступления явились в милицию с заявлением, что вы виновник смерти Озерского. Суд, несомненно, примет во внимание, что вы сами признались в содеянном. Но что побудило вас явиться с повинной? Ведь вечером из парка вы убежали. Почему же утром вы сами пришли и признались? Ну, я же вам сказал, что я не хотел убивать. Ну, когда стали рассказывать, что в парке нашли парня зарезанного, я пошел, сказал на себя. Что значит сказал на себя? Признались, так? Признался. Значит, можно понять так. Сообщение о смерти Озерского было для вас страшной неожиданностью. Так это? Да. Намерения убить не было. Но когда вы узнали, что совершили преступление, хотя и не намеренно, ужаснулись и поняли, что не вправе таить свою вину. Это так? Да, так. Подсудимый, разрешите, я задам вам вопрос. Это ваше право задавать вопросы, а его обязанность отвечать. Ну да, конечно. Так вот, скажите, подсудимый, я не хочу быть навязчивым, но все же разъясните, прав ли я. Возникает впечатление, что вы, признавшись в главном и в самом страшном, почему-то уклоняясь от объяснений по поводу частности. Как будто есть что-то пугающее вас именно в этих подробностях. Пугающий даже больше, чем то ужасное, в чем вы признались. Если это так, скажите, что это? Что вам мешает быть до конца искренним? Вы поняли меня? Ну что же вы, если вы поняли, что же вы молчите? Отвечайте. Суд ждет, Казанков. Вы будете говорить? Я же вам все сказал, что вы еще от меня хотите? А когда он убивал Виктора, он не плакал, не бойся. Да не убивал он. Ну что теперь реветь-то? Бил человека, отвечай жизнью. Правильно, пусть отвечает. Объявляется перерыв. До завтра 10 утра. Вы поглядите, разве он убьет? А, приветствую, Петр Петрович. Ну как тебя, мучаешься с этим бандитом? Да, дело, я бы сказал, тягостное. И следствием плоховато подготовлены. А что тебя проинформировать, Иван Павлович? О настроении. Был сегодня на химкомбинате, народ говорит, дайте нам этого Казанкова, мы его своим судом, понимаешь? Ну, самосуд водить никто ведь не собирается. Ой, Иван Павлович, ты меня, видимо, не туда принимаешь. В соответствии с законом, не мне тебя учить. Разберемся, Петр Петрович, разберемся. Но ведь он же убил, это ясно. Вы меня простите, пожалуйста, я на юриста не училась, я простая работница. Ну я не понимаю, ну зачем же вам еще какое-то новое расследование? Он же признался. А вы останавливать дело. Я же не смогу завтра людям в глаза смотреть. Ну, честное слово, я в цех не смогу войти. Я бы сказал так. В главном как будто сомнений нет. Ну вот детали. Есть такой старый анекдот. Один рассказывает. Еду я 10-м автобусом на вокзал. И смотрю, сидит Пушкин Александр Сергеевич. А другой его уличает. И правда говорит, 10-й автобус на вокзал не идет. Это я к вопросу о деталях. Подождите, но ведь 10-й, кажется, идет на вокзал. Ну вот, пожалуйста.
Теперь, когда с автобусом все ясно, как-то больше верится, что человек видел Пушкина. Ну, можно и по домам. Я вам вот что еще скажу. Он, конечно, мальчишка, и мать его очень жалко. Но, честное слово, хоть это и не по закону, но я бы его расстреляла. Ну, вы понимаете, нельзя же больше терпеть всех этих хулиганов, этих тунеядцев, этих хамов. Не нравятся мне твои глаза, Ваня. Из-за чего-нибудь волновался? А что глаза? По-моему, очень хорошие глаза. Отдыхай, ни о чем не думай. Федор звонил, придет вечером. Что ж ты молчишь? А что я должна сказать? Это я так. Ты знаешь, в последнее время я смотрю на нас вроде как бы со стороны. А зачем тебе это? Ты что ж, думаешь, можно жизнь прожить так, как живется, без суда над собой? Это, наверное, дядя Федя. Я сама открою. Что он? Лежит. Ты не поздоровался. Прости, Даша. Здравствуй. Здравствуй. Вот сюда. К тебе, Федя. Напрасно студенты ждут друга домой. Им скажут они. Зарыдают, а синуса график волна за волной по оси абсцисс бегают. Неужели нет менее уродливой песни? Выучил бы колыбельную для ребенка. Как ты думаешь, мама, не пришло еще время посвятить меня в семейную тайну? Почему дядь Федик находит? Извини. Но я больше не буду. Есть вещь, которую ваше поколение никогда не сможет понять. Другое время, другие понятия. Какие понятия? То, что, по-моему, хорошо или, по-моему, плохо. Когда вы были молодыми, ведь не было иначе. Оставь меня в покое, Аня. У меня еще много дел. Спроси лучше дядю Федю, не хочет ли он чая. Прошу прощения. Здравствуйте, дядя Федя. Здорово, племянница. Опять ты вытянулась. На Дашу молоденькой смахивать, не правда ли? Вы чай здесь будете пить? Ты встанешь? Да нет. В таком случае здесь. Ага, я сейчас принесу. Вот что. Ты не дури, Иван. Ни о чем таком не думай. Не думай. Знаешь, Федор,
Вот когда уложат, и начнешь вслушиваться, как оно там, и надолго ли его хватит, ясность какая-то наступает ужасная. И если в душе есть что-то, делить не с кем, один отвечаешь. Какой ты стал самогрыз, не хуже моей бабки. Какой бабки? Живая она? Жива. А что с ней сделается? Что, действительно какой-то грех на душе? Не спрашивал. Что я поп, чтобы ее исповедовать? Я агент госстраха, не более. Ну, пошутил. Что касается совести, говорю, государству бессильно, бабушка. Тут уж каждый сам по себе. Да, утешил, значит. Я, Иван, вообще не утешитель. И без меня много охотников списывает на общий счет. Вот это ты в самую точку. Спасибо. Не нравишься ты мне. Ты думаешь, я сам себе нравлюсь? А о чем тебе беспокоиться? Твоя жизнь на виду у всего города. Взяток не брал, спросит апостол, как его, Петр, что ли? И сразу тебя в рай. У них там порядок. Слушай, Федор, вот ты мне скажи, вот если человек ошибся, ну и что? Он же ведь не электронно-счетная машина. Ведь если в конце... Мне не наливай, я не буду. Ну, Федя, ешь, пей. Я пойду отдохну немножко. Не убивал он. Суд понимает ваши чувства. Вы мать. Не убивал он. Гражданка Казанкова, суд удовлетворил просьбу защиты и пригласил вас дать показания о подсудимом. Расскажите о его характере, поведении, воспитании. Я думаю, что никто этого лучше не сделает, как вы, мать. Ну, горячий он. С дисциплиной, не скрою, всегда было плохо. Отцовской руки не знал. Но убить не мог, верьте мне. Вот я, почитайте, пожалуйста. Когда я пришла домой, Юрки не было. Ну, я не удивилась, стала стелить. Посмотрела под подушкой, это записка. Я не подумала, в чем дело. Казанков пишет в записке. Мама, я ни в чем не виноватый. Ты же меня знаешь и не верь, твой сын Юрик. Вам это знакомо? Да, записка была у меня. Так, ну понятно. Понимаете, гражданка Казанкова, в этой записке нет ничего такого, чтобы свидетельствовало в пользу вашего сына. Хотя мы понимаем, конечно, что для вас, для матери, она сильнее всяких доказательств. Подсудимый, встаньте. Как понимать эту записку? Когда вы ее написали? Перед тем, как пойти в милицию и признаться, что это за записка? Наврал я матери. Понятно? Василий Васильевич знает. Не хотел я... Не хотел я, чтобы она про меня знала. Городской суд, да? Пожалуйста, Вера Петровна. Вера Петровна, здравствуйте. Это говорит, это я. Да. Утик, милый мой. Это я не вам. Вы понимаете, вы помните, было дело Казанкова, Юрия? Ты чего встал? Нужно было.
то вы послушайте меня, Верптон. Мне нужен адрес к... Ой, ты мой хороший. Он плакал. Да-да, мне нужен адрес Казанкова. Ну, адрес, где он жил. Понятно? Ну вот. Хорошо, я подожду. Пап, мы пошли в садик. Папа! Ты что, плохо себя чувствуешь? С чего ты взяла? Ну что ты стоишь, ребенок, целый день без воздуха? Может, мне не уходить, с тобой посидеть? Пойдешь ты или нет? Ну, пап. Что, папа? Иди. Иду. Ключ не забудь. Здравствуйте. Вы разрешите? Вам, наверное, покажется странным, что я пришел. Но, знаете, в последнее время я приболел немножко. И вот все время думал, вспоминал, как и что. Вот... Вы на процессе все время на меня смотрели. Все время на меня. А на кого же мне было смотреть? Вы разрешите мне присесть? Заходите. Что же это? Засудили Юрку. Ни за что ведь засудили. А теперь к матери пришли. Я хотел бы понять, как вы пришли к такой мысли? И насколько она справедлива? Вот не думала, ей-богу. А на суде, верно, я все время смотрела на вас. И никто, думала, только вы. И в глазах старалась уловить. И казалось мне,
что вот-вот вам все раскроется. Что все? Ваш сын Юрий подтвердил же все свои показания. Вы же помните, я дважды переспросил его, и дважды он признался. Зачем же вы пришли? Как звать-то вас по имени-отчеству? Я забыла. Иван Афанасьевич. Так вот что, Иван Афанасьевич. Не было у вас тогда твердой веры, что Юрка виноват. Не было. И когда приговор читали, тогда уже трещинка была. Я видела. Но прочитали приговор. Вы говорите так, будто бы нет сомнения в том, что ваш сын осужден несправедливо. Ну какие у вас основания? Ну что вы такое знаете, чтобы утверждать это? Невиновен Юрка. А те, кто убил, до сих пор гуляет. Вы сидите тут, они гуляют. Что же он? Суде-то? Боялся. Чего же он боялся? Зачем вы меня спрашиваете? К чему теперь все это? Я должен знать. Тогда надо было дознаваться. Помните, вы спрашивали у Юрки, с кем он дружит, с кем водится. Он упрямился. Никого у меня нет. А вы опять, куда он ножик закинул? Почему работу менял? Тетя Маш, чего у вас дверь открыта? Я вам гречку выбила. Здравствуйте. Вот Тоська, незамужняя вдова. Ее спросите. Я сама от нее узнала. Уже потом. Говори, Тосенька, им надо. Теперь тебе таить нечего. Ну, а кто не убил, все равно мне отвечать. Ну, не ты же, Жур, не ты. Ну, не я. А выходит так, что на себя. Мне все на себя надо брать. Господи, я с ума сошла или что? Я не понимаю. Ну, говори же! Ну? Я хотел в стройконтору идти, оформляться на работу. Ну, вдруг парни пришли, от них-то я все и узнал. Ну, я когда затем побежал, ну, ей-богу, я ничего такого не думал. Но только думал, должен же я ответить. Ну, пусть он сам бы освоил. Но все-таки должен я ответить. Можешь поверить, я ничего такого, не хотел, я ничего не хотел. Я тебе говорила, я тебе что говорила, пойдем домой. А ты мне что? А ты мне оскорбление? Ну, Тося, да? Тосенька, я же в запале был, Тося. А теперь слушай, как было. Побежал, его нигде нету. Вдруг кто-то через кусты, смотрю, это наш, ты знаешь, Ленька, Сенька, Хват, Чубик. Кричат мне, мотай отсюда, пацаны, сами в разные стороны. Я еще Чубика догнал, спрашиваю, что такое? А он через заборы матом на меня, мотай отсюда, тебе говорят. Сегодня приходит, все погорел ты, Юрка. Все же видели, как ты на танцплощадке завелся. А ты? Черт его знает. А ты-то что? Ну, я говорю, что вы на дурака напали? Значит, это они его. Ой! Тось. Как ты? Слушай, Тось, теперь что, выходит, они выходят все за товарища, все за одного. Понимаешь, ну не по расчету у них получилось. Ленька его ударил, а он и стал всех раскидывать. Вот тогда его Чубик и... Ну, а им теперь, если их возьмут... А ты тут при чем? Ты тут при чем? Ну, меня все равно потянут, они говорят, правильно говорят, ну... Понимаешь? Они говорят, что у меня пункты есть. Какие пункты? Ведь суд должен учесть. Вот смотри, первое. У нас была обоюдная драка, правильно? Ай! У нас была обоюдная драка, все видели. Потом второе. Ревность из-за девушки. Ну, все могут дать показания, что мы с тобой гуляем. И третье, самое главное, искреннее признание. Какое? Если я сейчас явлюсь в отделение и сам на себя скажу, что не намеренно. Я же хотел его только порезать.
У меня в голове и мысли не было, чтобы убить. С какой же стати? Юрка, чего ты за них-то пойдешь? Ты меня ж все равно подтянут, это они правильно говорят. Ну и что? А у тебя даже и ножика не было. Они говорят, чтоб я дал показания, что я Финку там в парке в кусты забросил, понимаешь? А если не возьму на себя, они говорят, все равно мне не жить. Понимаешь, не жить. Пришьют и все. А если я не пущу тебя? Если я сама пойду в отделение и все скажу, как есть? Тосенька, нельзя, понимаешь? Не жить мне тогда, ты понимаешь? Тось, ты можешь поверить моему слову, Тось. Все будет хорошо. И поженимся, Тось. И все как положено. Ну, ты слушаешь меня, Тось. Тось, мне идти надо, Тось. Ну, ты можешь поверить моему слову, Тось. Ну, отбуду я заключение, но ведь все равно живой, здоровый приду. Ведь правда, ты меня жди меня только, Тося. Жди, понимаешь, жди, правда. Может, там и квалификацию получу. Да, а что? Тося, ну чего ты молчишь, Тось? Тося, ну мне же уходить надо, Тось. Уходи! Уходи! Ну ладно, Тося. Только ты мне клятву дала, Тося. Чтобы никому ни слова, поняла? Значит, и ты боялась. Иван Афанасьевич, вот не ожидал вас встретить здесь. Знает, что вы больны. Да, ерунда. Здравствуйте. А я вот собрался. Денек свободный на свой участок. Люблю в грядках покопаться. А вы какими судьбами сюда? Я был у матери Казанкова. У кого? Казанков, помните процесс? Казанков? Да. Этот юноша? Да-да. А зачем же вы к ней, Иван Афанасьевич? Дело придется пересмотреть заново. Мальчишка оговорил себя, и нас с вами обманули. Ах ты, Господи, как же так? Те, кто убили, запугали его и заставили все сказать на себя. Бедняга ни за что погиб. Да, ни за что. Собственно, трусость его погубила. Страх. Вот что. Оговорил себя, а убийцу крыл. Да-да, тут вам, Иван Афанасьевич, не в чем себя упрекнуть. Ну, мы-то с вами знаем, что ничья чужая вина не уменьшает собственной. И на что же мне ссылаться, если я судья? На то, что дал себя обмануть? Смешно. Или на какие-нибудь там влияния? Нет. Моя совесть судит, перед ней один я и виноват.